Самая большая из четырех человек — это Корбов и Батютин. Посмотрим стандарт, после чего продолжу знакомить вас с составом хозяев поля. Итак, кто? Батютин. Такая мягкая подача. Трошечкин переводит мяч. Ну, наверняка в статистике это будет зафиксировано как первый удар в створ ворот Нижнего Новгорода. Багаев. Ой, здесь как неуверенно действует Никитин. Десятый номер. Удар и гол. Какой же провал в обороне курского авангарда. И Максим Полиенко открывает счет в матче уже на третьей минуте. Но как же здесь не разобрались Багаев с Никитиным, которые оказались на позиции центральных защитников, да, и вот такой подарок подарили гостям в самом дебюте этой встречи. Ну, посмотрим на повтор.